Бля, плыви, рыбка, плыви, рыбка, ёб твою мать, рыбка, блядь, плыви. Здоров, друган, я рад, что теперь снова опять с тобой. Ты, наверное, уж соскучился по моим видео, но тут вот такая хрень произошла, то, что меня взломали, да. Я разбирался долго, вот наконец-то мне вернули Steam, правда... Всех друзей, которые у меня только были в этом стиме, поудаляли, но я постарался, конечно, добавить их обратно. Но если чё, мой стим на шапке канала, добавляйся, не стесняйся. А мы продолжаем играть в Just Cause 3. Давно я его не снимал, ну и в принципе нам сейчас тут затрудняться-то и нечего. Вот мы прям на сюжетку уже пойдем, потому что я... Уже все для нас сделал. Так. Жаль, парашютироваться не могу. А я могу со склада по станции что-нибудь забрать. Доступен один маячок. Так, транспорт. Ага. Вертолеты. Ну, дай мне какой-нибудь обычный. Я изучаю данные со сканера и те сведения, что передал Зино. Какой-нибудь обычный не маячок. Нужно встретиться. Немедленно. Ну, конечно, мы встретимся. Ты чё, дурак, что ли? Работал над Баварийской ракетой. Надеюсь, что ты куда бежишь? Еще работают. А, понятно всё. Я тебе несколько метких слов сказал. Понятно всё, ребятишки. Уезжаем. Не очень вежливо с его стороны. Встретимся на базе Дайма. Просто задница уже началась. Ёб твою мать, ты чё, дурак? Сядь обратно. Какого хрена ты выпрыгнул? Вообще, что ли, безбашенный? Господи, вот так вот и сядь за руль. Так. Сейчас, значит, долетаем. Смотрим задание. И все будет нормально. А вот и тут мы, собственно говоря. Вот теперь можешь прыгать. Так, ну ладно, удачно, удачно. Начать миссию, разумеется. Вон мне тут угрозы в углу пишут. Вы да прыгаете. Так, давай прямо сюда. Аккуратнее. Да, вот так. Идем. Голову береги. Давай, давай, давай. Давай, давай, погнал, погнал. Сейчас я подниму передатчик. Уничтожь его. Я почти покончила с этими неприятными вещами. Да что? Баварий горит, служа безумцу. Может быть, придется быстро отступать. Останься здесь, охраняй вертолет. О, мудро. Очень мудро. Ты не из Египта? Родригес? Скорее всего, нет. Ну, давай. Я работала на Дировелла. Знаю, я уже рассказывала. Это терзает меня. Он обещал мне все. Финансирование, возможность революционных открытий. Это повлияло на мое суждение. Я знаю, что могла остановиться. Просто не думала об этом. Я дала ему всю Рику. Все. Ключи от королевства. Баварий может убить миллиарды. Миллиарды. И я буду в ответе за каждую из смертей. Не сейчас. Ладно. Иди. Взмахнула так. Иди, говорит. Типа проваливай отсюда. Марио, ты это видишь? Генерал Дировелла взбешён. Это из-за Зина? Уже не важно. Начинай готовить контратаку! Я вернусь, Дайма! Жди здесь! Ну ладно, будет весело. Так, погнали! Господи, не на эту, на эту! Фух! Сказочный долбоёб.
Бля, как давно на Винкс Юти не летал, ё-моё. Так, давай, еще раз, вот дубль 2. Сейчас быстро доберемся, но я надеюсь, то, что быстро. Так. Я владелец неба, я владелец полета. Обожаю эту штуку. Так, давай ускорение сделаем себе тут. Интересно, что у меня сейчас за задание будет и куда делись самолеты? Это что-то тут не так. А, ну все, прыгай. Взломай эту хрень на изи, ты ж можешь, я знаю, давай. Красавчик. Уничтожь его, тогда я отключу все системы ракеты Теравелла. А, ну изи. А, стоп, это у тебя недостаточно. Ну да. Передатчику конец. Отключай ракету, Дайма. Да скорее давай, мать. Работаю. Нужно время. Да какое нафиг время? Рико, у повстанцев неприятности. Олеся направит тебя туда, где хуже всего. Давай к этой точке, Рико. У нас тут повсюду сражение. Что ты, голос у тебя веселый. Просто я готова сражаться. Если мы потеряем слишком много людей, то проиграем войну. Так что помогай нашим во всех схватках, что увидишь. Потеряем людей, проиграем войну. Понятненько. Жестко. Ну чё, погнали, Рико! Давай. Нас окружают! Где? Мы не продержимся! Где? Пришли координаты, где жарче всего. Во. Посмотрю, что можно сделать. Так, судя по всему, мы пока просираем. Нужна помощь в побеге. Да минуту, погодите вы. Лечу же. Нихера тут расфигачило. К Бабику, по-моему, везут кучу военной техники. Затопи ее. Ну давай попробуем. Ой, бля, плыви, рыбка, плыви, рыбка, ёб твою мать, рыбка, блядь, плыви. Так, стоп. Базуку. Так, давай уничтожить. Еще. Отлично. Так, с этим что? Да гранаты. А, не, я пошутил. Сядь, сядь. Так, вот и все, вот и хорошо. Рико, такие мы не берем. Попробуй освободить Кава Гранда Секунды. Там могут быть нужные чертежи. Так, давай уничтожить всех. Машину вон ты нафиг. Так, пока мы выигрываем. Уже неплохо. Так, кого? Вижу. А, стоп, тебя. Ну, пока, машина. Вам что, мало? О, господи. Что за машины пошли? Ребят, патроны есть? Я серьезно. Стоп. Эврика. Чё ты не едешь? Ёб твою мать. Говорю, вот, бочку. Эврика. Сможем разобрать эту штуку. Бля. Достанем чертежи, если освободим Альфа Патрити. Вообще не туда ты делаешь.
Точняк, чё я туплю-то? Тут жить вон еще наши машины есть. Здесь транспорт. Как я там? Ёб твою мать, и гони! Так, вот, сядь. Сядь повыше. Так, блядь, забыл на какую повыше сесть. Во! Уничтожь. Можем разобрать, что... А вот ты охренел! Чертежи, если освободим Альфа по Дэнтию. Всё, заебись. Рико, на Сольве Лерн-танки присутствуют. Ты сможешь помочь? Ща, погоди, мать. Привет, ёпту! Рико. До меня дошли слухи об аварии в Иракете. Для агентства это будет просто сокровище. Не ебать, я Шумахер. Прости, что говорю очевидные вещи, Амико, но получение Бавариевого супероружия мне кажется чуть более важным, чем любое твое чертово дело. Не сейчас, Шелдон. Реаль, мужик, отвали. Так, давай. Еще. Сейчас мы все сделаем. Сейчас все будет. Газую уже, вперед. Повстанцы не справятся с танками. Уничтожь танки. А, минуту. А, бля, патрон же нет, сука. Да. Круто. А чем я их уничтожить должен? Стоп, минуту, я ж могу танк узнать. Бегом, бегом. Я. Сядь в танк. Твою мать. Ой, не. Это смертельно. Беги. Так, еще раз. Так. Красава. Ух. Я сейчас, ребята. Так, давайте, я уже в атаку буду. Аж покосило. Очевидно, тебе косило. Давай еще. Ха-ха! Мы сделали их! Мы побеждаем! Правда побеждаем! Спасибо за помощь, Рико! Рико! Пилот Шелдона забрал меня на вертолете! Есть проблема! Класс. Мы летим за тобой! Круто. Сказали ей сидеть дома, значит, ее забрали. Вот как так-то? Ох, эти старушки. Вот нельзя дома оставлять. Чё-то даже загрузочка не прёт ни хрена. Это ж как ее могли похитить-то? Сидит такая она в бункере. У ракеты должны быть предохранители. Пытаюсь их обойти. Ну, обходи. Да. Прости меня, пожалуйста. Так, обхожу системы безопасности. Нет, коды Зина блокированы. Дировелла знал, что ему нельзя доверять. Нехорошо. Запуск? Ну как? Нет. Не может быть. Это невозможно. Дайма. Запуск вероятен. Теперь уже неизбежен. Время героических жестов. Так что сделать-то надо? Но героические жесты – моя фишка. Да какой ракеты? А, все. За ракету, так за ракету давай. Смогу. Ну, надеюсь. Рико, ракета наведена на провинцию Бая. Она способна убить тысячи. Ну, она права. Хрен тебе, ракета. Запомни мой голос, Рико Родригес. Ты не знаешь? Когда-то знал. Тебе
Ну, давай. Ух, ебать. Траектория ракеты изменена. Потрясающе. Хорош. Еще базу снес. Рико, ты потрясающий! Мы должны это отпраздновать! Это только начало, Марио. Хрен тебе, ракета. Так, ну что мы делать-то будем? А, я же на машину открыл новую способность. У нас теперь нитруха есть. Ну давай, встретимся. Погнали. Ах. Марио, я здесь. Что у тебя такое важное? Марио, ты где? О, нет. Меня превратили в корову. Лишь поцелуй принца освободит Мурью. Хорошо, что я не принц. Ну давай, поцелуй мою коровью морду. Нет. Мурико? Нет. Ты где? Скажи, я тебя найду и прикончу. Лишь с поцелуем откроется правда. Ну все, теперь я тебя точно прибью. Он поцеловал корову! Парни! Рико поцеловал корову! Ты мне больше не лучший друг. Ладно, не злись. Мы на винограднике, там, где Тимовелла хранил жемчужины своей винной коллекции. Все для друга Мурио. Бля. Так, ну давай. Прости, Рико. Ну было очень смешно. Ты корову поцеловал. Я все еще хочу тебя убить, Мурио. Очень смешно. Баранки, да. Так, давай. Ускоримся обо что-нибудь или не можешь? Так, раз, ускорение. Давай еще. Опа, зашел. Так, Рико! Хорошо очень. Вот оно! Грузовик с марочными винами. Вина? И непростые. Настоящий Марио Фриго в мире алкоголя. Он набухался, видимо. А стоп, доехать надо, что ли? Воу, какая она неуправляемая. Ёб твою мать. Какая неуправляемая это. Я думал, ты только на самолете, виртуоз. А ты и на ракете можешь. Я, чувак, не хочу на ракете летать. Это слишком круто. А я хочу до 200 лет дожить. Ёб твою мать, ай-яй-яй. Бочки не тись. Бочки терять нельзя, блядь. Аккуратно. Аккуратно. Генерал в классике разбирается. Она у него в деревянных бочонках, а не в бочонках для масла. А какую выпивку хранят в бочках для масла? Ебать, я еще ни одну не просрал. И самую худшую. Знаю на личном опыте. Бля. Ну вот что это такое? Я как бы... Блять!
Минус два бочонка. Сука. Минус три бочки, заебись. Нитро давай. А, нитро ты не можешь жечь. Жаль. Бля, проебал. Вот так на тебе. В этой мещи главное не торопиться. Какого хуя? Грузовик, ты ебанутый? Ебать, что за пиздец? Дайте мне спокойно вино довести. Что за жопу вы в городе устроили, а? Друзья мои, я ценная. Так все что ли? Уйди с дороги, задавлю. А, серьезно, вот эта вся миссия? Ну ладно, дорогие друзья, на этом кадре... Эй, милый Тиравелло, следят за твоей подружкой Даймой с самого полета на ракете. Быть беде, омбре. Давай встретимся у Пойнта Лаурино. Короче, в следующей серии мы продолжим обязательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тотем Пал. Всем до скорых встреч. Всем пока.